Нелегальная миграция сейчас является проблемой номер один для населения России. С другой стороны, для властей нелегальная, легальная и любая другая миграция выгодна, выгодна и желанна, поскольку это приносит то, к чему власть стремится, заменяет население страны на более послушное, более покорное, население, которое боится, платит и голосует так, как надо. И в этом отношении, конечно же, никакой серьезной, реальной борьбы с нелегальной миграцией не будет. Что, однако, можно ожидать? Это разного рода прищучивание тех или иных национальных общин. Ну, например, мы все очень хорошо помним, как по событиям в Черкизоне вдруг напали на вьетнамцев. Но зачем? Не для того, чтобы на эти места пришли русские, а затем, чтобы эти места заняли, например, парни с Кавказа. Так что я думаю, что под видом борьбы с нелегальной миграцией будут осуществляться точечные взаимодействия, скажем так, с теми или иными национальными общинами, которые отказались или плохо делают то, что я уже перечислил. То есть молчать, платить, голосовать как надо. Под этим соусом все средства хороши.